представила электрический пикап RD6 под новым брендом Raider Auto. Пикап RD6 – первая полностью электрическая модель компании Raider Automobile, была официально запущена в серийное производство. Сборка автомобиля налажена на заводе Zibo Smart Factory в провинции Шэньдун. Кроме того, начались предварительные продажи новинки. Стоимость Raider RD6 2023 года начинается с отметки 180 тысяч юаней, 24 тысячи 700 долларов. Новый RD6 позиционируется производителем как чисто электрический пикап среднего размера. Он предназначен как для повседневных городских поездок, так и кемпинга. Автомобиль имеет относительно жесткий дизайн передней части. Здесь используется решетка радиатора закрытого типа, светодиодные дневные ходовые огни и массивные воздухозаборники по краям бампера. В общем, общий стиль выполнения новинки полностью соответствует ее позиционированию. RD6 имеет цельный корпус. По заявлению производителя, коэффициент сопротивления ветру равен 0,326. По сравнению с передней частью корма выглядит моднее. Здесь установлены LED-фонари с X-образной формой с обеих сторон. Длина китайской модели составляет 5260 мм, при колесной базе 3120 мм. Ширина и высота достигают 1900 и 1830 мм соответственно. Размеры грузового отсека равны 1525 на 1450 на 540 мм. Объем перевозимого груза может достигать 1200 литров. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. В интерьере нового RD6 сочетаются роскошь и изысканность, свойственные легковым автомобилям. Большинство салона покрыты мягкими материалами. Кроме того, здесь присутствуют хромированные декоративные детали и 72-цветная подсветка. Над центральной консолью установлен 12,3-дюймовый сенсорный монитор мультимедийного комплекса. Перед водителем находится трехспицевый мультируль, за которым скрывается 9-дюймовая цифровая приборная панель. Кроме того, автомобиль оборудован 51-дюймовым панорамным люком на крыше. Что касается технических характеристик, то известно, что пикап укомплектован 271-сильным электрическим двигателем. Разгон с 0 до 100 км в час составляет 6 секунд, а наибольший запас хода автомобиля превосходит 610 км. Есть быстрая зарядка на 120 кВт и несколько режимов вождения. Кроме того, пикап получил наружное ЗУ на 6 кВт, которое может одновременно питать три устройства мощностью 2000 Вт, что очень удобно во время отдыха на открытом воздухе. Напомним, что Raider – это новый суббренд Geely, ориентированный на жителей города, любящих активный отдых на природе. Под этим брендом будут создаваться электрические автомобили для активной жизни, пикапы, внедорожники, квадроциклы и так далее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. До скорой встречи!